Hare Krishna. Hare Krishna. We're so happy to be back with you. Я очень счастлив снова быть с вами. Hare Bol! Hare Bol! Mahendra Prabhu mentioned that so many Prabhupada disciples are passing away. Mahendra Prabhu говорил о том, что ученики Шрилы Прабхупады уходят, оставляют этот мир. I will do my best not to die while I'm here. Я очень постараюсь, по крайней мере, здесь не скончаться. It's been 30 years since I first came to Tashkent. Впервые я приехал в Ташкент 30 лет назад. And 30 years visiting this site as a temple. И на протяжении 30 лет я посещаю именно это место, которое впоследствии стало храмом. Of course, the temple has really developed over those years. Конечно, за эти годы храм получил большое развитие. But having an active ISKCON center in Tashkent in the same place for 30 years is a great, great accomplishment. Но это великое достижение, то, что на одном и том же месте на протяжении 30 лет у узбекистанского ташкентского ИСКОН здесь есть место постоянное. And I'm quite sure that His Divine Grace Srila Prabhupada and all of our Guru Parampara are very pleased and satisfied with all the devotees here for having this great accomplishment. Я уверен, что Его Божественная Милость, Шрила Прабхупада и вся наша Гуру Парампара очень удовлетворены и рады, что за такое служение, которое совершают преданные, что они могут на протяжении столько такого долгого времени держать здесь храм. Prabhupada would always remind us. Но Прабхупада всегда напоминал. Lord Chaitanya instructed that his name would be chanted, Krishna's name would be chanted in every town and village throughout the world. Что Господь Чайтанья говорил, что имя Кришны будут повторять в каждом городе и в каждой деревне мира. And Srila Prabhupada being a perfect representative of Chaitanya Mahaprabhu really, really wanted to see this happen. И поскольку Шрила Прабхупада был идеальным представителем Шри Чайтаньи Махапрабху, он очень хотел, чтобы это стало явью. And all of you have been instrumental in fulfilling that prophecy of Chaitanya Mahaprabhu. И все вы оказались хорошими инструментами для того, чтобы выполнить предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху. A long time ago, Srila Prabhupada went to the island of Mauritius. Очень давно Шрила Прабхупада отправился на остров Маврики. He visited there in 1975. Он посещал этот остров в 1975. And Mauritius is a small island in the Indian Ocean. Маврики — это небольшой остров, который располагается в Индийском океане. It's near to South Africa. Расположен он рядом с Южной Африкой. And it's a very beautiful place. Это очень красивое место. And it's inhabited primarily by Indian people. И в основном его населяют индусы. They were taken there a long time ago for agricultural work. Их перевезли туда очень давно, привезли их туда на сельскохозяйственные работы. So Srila Prabhupada stopped there. Srila Prabhupada сделал там остановку. And there was just a few devotees in Mauritius at that time. В то время в Маврикии было всего несколько преданных. But Prabhupada, because he was so famous, he got a lot of recognition. Но поскольку Шрила Прабхупада уже был известным человеком, он получил там большое признание. And Prabhupada would
take his morning walk every day. Каждый день Шрила Прабхупада совершал утреннюю прогулку. They would take him to the beach. Его отводили на пляж. And he would have his walk that he would take. И там он прогуливался. And Prabhupada would like to discuss with the devotees when he would walk. И когда Шрила Прабхупада ходил на утреннюю прогулку, он любил заводить дискуссии с преданными. And one morning when new boy, he joined the walk. Однажды утром новенький мальчик или молодой человек присоединился к прогулке. And he said, Prabhupada, can I ask a question? Он сказал, Прабхупада, можно я задам вопрос? He said, yes. Да, сказал Прабхупада. And so that young devotee, he said, Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. Молодой преданный сказал, Чайтанья Махапрабху — это верховная личность Бога. And he wanted everybody in the world to accept the holy names of Krishna and practice Krishna consciousness. Он хотел, чтобы все в мире приняли имя, святое имя Кришны и практиковали сознание Кришны. For their upliftment in life. Для того, чтобы возвысить свое положение в жизни. So that they could come to the position of perfect Krishna consciousness. Чтобы они могли возвыситься до совершенного сознания Кришны. And they could understand who they are, and they could understand who Krishna is and what is their relationship. Чтобы они смогли осознать себя, осознать Кришну и осознать свои отношения с Ним. And so the young devotee said, well, since Lord Chaitanya is God, why didn't he just wish it and everybody become Krishna conscious all of a sudden? И молодой преданный сказал, если Господь Чайтанья в действительности Бог, почему он просто своим желанием не сделал так, чтобы все за одно мгновение стали сознающими Кришну? And before Prabhupada could answer, one of his disciples, he spoke. Прежде чем Шрила Прабхупада успел ответить, заговорил его ученик. And the disciple said, because Krishna, Lord Chaitanya, they wanted to give the credit to Srila Prabhupada. И этот ученик сказал, поскольку Кришна в образе Господа Чайтаньи хотел, чтобы все заслуги были за Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada said, no, he said, not only me, but to all of you as well. Прабхупада сказал, не только заслуги за мной, а не также за всеми вами. Lord Chaitanya wanted to share the glory with all of you. Господь Чайтанья хотел поделиться этой славой со всеми вами. So that means all of you as well. Так это означает также и со всеми вами. I've known some of you now for 30 years. Некоторых из вас я уже знаю 30 лет. And I've seen you consistently over 30 years participating in the activities of Lord Chaitanya's mission, preaching and spreading Krishna consciousness. И на протяжении 30 лет я наблюдаю за вами и вижу, что вы участвуете в миссии Господа Чайтаньи, что вы распространяете сознание Кришны. And so that wonderful honor and that wonderful glory comes upon the shoulders of all of you. Поэтому эта замечательная слава, величие также падает и на ваши плечи. There's nothing really more wonderful than to be the recognized servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Нет ничего более замечательного, чем быть признанным слугой Шри Чайтаньи Махапрабху. And as devotees, we aspire to serve Lord Chaitanya, and we aspire to be recognized by Lord Chaitanya. Как преданные, мы стремимся служить Господу Чайтанье, мы стремимся к тому, чтобы Господь Чайтанья нас признал. We aspire to gather qualification from Lord Chaitanya to serving his sanctan mission. Мы хотим накопить квалификацию, которая бы удовлетворила Господа Чайтанья через служение его миссии проповеди. Now naturally,
We hear that there's a spiritual world. Конечно же, мы с вами слышим о том, что существует духовный мир. We hear there's Ungaloka Vrindavan, where Krishna is living and all of his eternal associates live and they play together. Мы слышим о том, что существует Галока Вриндавана, где живет Кришна со своими спутниками, где они вместе совершают свои вечные игры. And all of them serve Krishna with love, and Krishna serves all of them with love. Все они служат Кришне с любовью, и Кришна отвечает им взаимностью. But we should be very, very clear. Но нам с вами должно быть очень понятно. That if we genuinely aspire and wish to go to Goloka Vrindavan, we must serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Если мы искренне с вами хотим отправиться на Голоку Вриндаван, то тогда нам нужно служить миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. When we give our lives for spreading the holy names, when we give our lives for teaching people the science of Krishna consciousness, then we receive certification from the Lord, and then He allows us to go to Vrindavan. Когда всю свою жизнь мы посвящаем распространению святого имени, распространению славы святого имени и миссии Господа Чайтаньи, то тогда в конце нам позволяется, дается доступ проникнуть во Вриндаван. As we serve Chaitanya and Nityananda, then the heart becomes purified. Когда мы служим Господу Чайтаньи и Господу Нитянанде, наше сердце очищается. Narottam Das Thakur has said. Narottam Das Thakur сказал. Vishaya chadiya kabi shudaha bimana kabi hama hedavo shri Vrindavan. When my heart will become free from all material desires, then I can understand the divine realm of Vrindavan. Когда мое сердце освободится от всех материальных желаний, я смогу понять божественный мир Вриндавана. More than just simply hearing about it and having a theoretical understanding. Это будет не просто слушание и теоретическое понимание. Jai Shri Gaurinathai ki jai. Jai Tashkent Gaur ki jai. Becomes free from the desire for sense gratification, fully free from the desire for sense gratification, then we can attain Vrindavan. Когда ум освобождается, полностью освобождается от желания чувственных наслаждений, тогда мы можем обрести Вриндаван. So that comes from serving Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Это приходит благодаря служению Господу Чайтаньи и Господу Нитянанде. Lord Chaitanya came here to give us the process by which we could attain the divine love of Vrindavan. Господь Чайтанья пришел сюда, чтобы дать нам метод, благодаря которому мы можем обрести любовное служение во Вриндаване. He gave us the method. Он дал нам метод. And the method is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's a big science in itself. Само это повторение мантры уже большая наука. Because we understand basically that there are different ways that we can chant Hare Krishna. Мы с вами понимаем, что Хари Кришна можно повторять по-разному. We can chant Hare Krishna without knowledge, and one effect will be there. Мы можем повторять Хари Кришна, не обладая знанием. И тогда мы получим определенный результат. We can chant Hare Krishna with knowledge and determination, and another effect will be there. Мы можем повторять Хари Кришна в знании и с решимостью, и тогда нас будет ожидать другой результат. But we can chant Hare Krishna with an absolutely pure heart, and the greatest effect will be there. Но когда мы будем повторять Хари Кришна с абсолютно чистым сердцем, результат будет совершенно другой. Just like today, Yogi and Ananda, they were
reading to me. Сегодня йоги и Ананда читали мне. And they were reading a section of Chaitanya Charitamrita. Они читали отрывок из Чайтанья Чаритамриты. And a topic was being taken up there. В этом отрывке обсуждается одна тема. And it was the topic of chanting without offenses. Повторение святого имени без оскорблений. And essentially the instruction that was being given there is that chanting without offense is powerful enough to give you liberation from material existence. По сути, наставление сводилось к тому, что повторение без оскорблений настолько могущественно, что оно может дать вам освобождение от материального существования. Now, many many philosophers from India, many types of spiritualists, they feel that the attainment of liberation from material existence is such a difficult thing to attain. Многие философы Индии, многие духовные люди Индии думают, что получить освобождение от материального существования — это очень непростая задача. They say that it's a process that entails vast Vedic learning. Они считают, что чтобы обрести освобождение, нужно иметь очень глубокие ведические познания. It's a process that entails severe austerity and tapasya. Что необходимо совершать серьезные аскезы, тапасию. So they say it's something which is not easily attained. Итак, они считают, что обрести освобождение далеко не просто. But the teaching that was being presented by Haridas Thakur. Но учение, которое преподносит Харидас Такур. Is that liberation itself is simply a byproduct of bhakti, which is performed in the chanting of the holy names. Говорит о том, что освобождение это лишь побочный продукт. Bhakti. Or it's like sometimes Srila Prabhupada would ask the question. Или иногда Шрила Прабхупада задавал вопрос. When they're having kirtan, they're all smiling and they're all dancing and they're very happy. Когда они поют киртан, они все улыбаются, они очень счастливы. And why is that? И они танцуют. Почему? And he would respond by saying, because they're in the liberated position of life. Шрила Прабхупада отвечал так, потому что они находятся в освобожденном состоянии. They're on the transcendental platform. Они в этот момент находятся на трансцендентном уровне. So, yeah. And even just chanting free from offense will give us that blessing. То есть, если мы просто с вами сможем повторять святое имя без оскорблений, мы сможем обрести это благословение. But if we learn how to chant with love, then we attain prema bhakti and we enter into the realm of Goloka Vrindavan. Но если мы научимся повторять с любовью, то мы сможем войти в мир према бхакти и обрести Голоку Вриндаван. And that's when we know who we are. Там мы уже узнаем, кем мы на самом деле являемся. And we know in truth who Krishna is. И мы по-настоящему узнаем, кто такой Кришна. And we know in truth who his associates are. И мы по-настоящему узнаем, кто же его спутники. And we understand who we are as an associate of Krishna. Мы поймем, кем мы являемся как спутники Кришны. So Chaitanya Mahaprabhu, he's so kind that he wanted each of us to have that. Chaitanya Mahaprabhu настолько добр, что он бы хотел, чтобы каждый из нас получил это. Regardless of whatever background we came from. Вне зависимости от того, чем мы занимались в прошлом. And regardless of whatever we have done in our long
journey of birth and death in this material world. Вне зависимости от того, что мы с вами понаделывали, пока мы путешествовали, совершали это долгое путешествие рождений и смертей в материальном мире. Lord Chaitanya clearly understood it's called Yuga. Господь Чайтанья понимает очень хорошо, что сейчас Кали-Юга. And we're here, so it means that we don't have many fine qualities. И раз мы все еще здесь, в материальном мире, означает, что у нас нет очень хороших качеств. But that shouldn't make a difference to him. Но для него это не имело никакого значения. He was saying, just please take love of Krishna. Он говорил, просто, пожалуйста, примите любовь к Кришне. And please take the highest form of love of Krishna. А вот также возьмите, пожалуйста, самую высшую форму любви к Кришне. Through this process of chanting. Через процесс повторения. So, Chaitanya, Nityananda are most merciful. Chaitanya, Nityananda, они самые милостивые. Many times when I'm doing my puja in the morning, I will listen to a lecture of Srila Prabhupada. Часто, когда я утром делаю пуджу, я слушаю лекцию Шрилы Прабхупады. And I've been listening to lectures from 1975. Сейчас я слушал лекции от 1975 года. Шрила Прабхупада was on a big tour. Шрила Прабхупада совершал большой тур. So he was in Mexico City. Он был в Мексико-Сити. And then he was in Caracas, Venezuela. Потом он был в Каракасе, Венесуэла. And then he flew up to Miami, Florida. Потом он прилетел в Майами во Флориде. And then he went to Atlanta, Georgia. Потом отправился в Атланту, в штат Джорджия. And in Atlanta, they have these big, big, solid brass Gornitai deities. В Атланте очень крупные из бронзовые божества Гауранитай. Ты был в Атланте? Видел этих божеств? Probably each of those brass deities weigh about 250 kilos. Наверное, каждая из этих божеств весит 250 килограмм. They're really big. Они прям крупные. And Srila Prabhupada was greeted by the devotees upon his arrival. По приезду преданные приветствовали Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada said, I traveled to Mexico, I traveled to Caracas, I traveled to Miami, now I'm here. Prabhupada сказал, я был в Мексике, я был в Каракасе, я съездил в Майами, и теперь я приехал сюда. And your temple is best. Ваш храм самый лучший. And naturally, when he said that, all the devotees were like, Jai, Srila Prabhupada. Когда он сказал эту фразу, конечно же, все преданные закричали, Jai, Srila Prabhupada. And then Prabhupada was looking at the deities. А затем Прабхупада смотрел на божеств. And he said, here you have Lord Chaitanya and you have Lord Nityananda. Он сказал, здесь у вас есть Господь Чайтанья и Господь Нитянанда. He said, they are so merciful. Они такие милостивые. And just when he said that, Prabhupada's voice choked up. Когда он сказал это, его голос прервался. And just by mentioning the mercy of Gornitai, Srila Prabhupada went into ecstasy. Просто сказав, насколько милостивый Гауранитай, Шрила Прабхупада вошел в состояние экстаза. And he couldn't speak. И после этого он не мог вымолвить ни слова. And then after about a moment of silence, Prabhupada said, please just chant Hare Krishna. Помолчав какое-то время, Шрила Прабхупада вымолвил лишь, пожалуйста, повторяйте сейчас Hare Krishna. So we give our lives, we give our mind, we give our body, we give our words, we give whatever facility which has come into our hands in this life, in the service of Lord Chaitanya. Мы отдаем свою жизнь, мы отдаем свой ум, тело, речь, все возможности, которые появляются в нашей жизни, в жизни, в служении Господу Чайтанье. And we follow his instructions. И мы следуем его наставлениям. And then we become certified as
devotees of Chaitanya Mahaprabhu. Итак, мы становимся сертифицированными преданными Господу Чайтанья Махапрабху. And then we can go ahead to Goloka Vrindavan. И после этого мы можем отправляться на Голоку Вриндаван. And when we go to Goloka Vrindavan, then we will be received by Sri Radha and her associates. Отправившись на Голоку Вриндаван, нас будет приветствовать Шри Рада и ее спутницы. And they will say, oh, here is one who is highly certified by Gauranga. Они скажут, о, прибыл кто-то, кто высоко рекомендован Шри Гаурангой. This one was a confidential servant of Gauranga in this life. В своей жизни он был конфиденциальным слугой Гауранги. So over here, let's give this one confidential service also. Поэтому давайте здесь, на Голоке, тоже дадим этому преданному или преданной конфиденциальное служение. So it's by that divine grace of Gaur that our innermost desires will become fulfilled. Поэтому по божественной милости Гауры наши желания, внутренние желания нашего сердца будут выполнены. The writer of Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, has very boldly spoken. Автор Чайтаньи Чаритамриты, Кришнадас Кавирадж Госвами, очень смело заявил. He said that one who thinks that he can worship Radha and Krishna without approaching Chaitanya Mahaprabhu is in great illusion. Он сказал, тот, кто думает, что он может поклоняться Раде и Кришне, не обратившись к Чайтанье Махапрабху, находится в великой иллюзии. Except he used a stronger language than what I did. Это я смягчил. Он сказал жестче. He says, if they think that they can approach Radha and Krishna without serving Gaur-Nitai, they just go to hell. Он вообще-то сказал, что если они думают, что они могут обратиться к Раде и Кришне, не обратившись к Гаур-Нитай, они отправятся в ад. So, such a wonderful thing all you devotees have done. Поэтому вы, преданные, совершили невероятное. And all I can do is being one of those gradually disappearing species of life of Prabhupada disciples is to thank you all. И все, что я могу сказать от лица исчезающего вида учеников Шрилы Прабхупады, это я могу сказать вам спасибо большое. Give my thanks to Mahendra Prabhu for so carefully curating things here for so many long years. Я могу поблагодарить Махендру Прабху за то, что он курирует ситуацию в Ташкенте на протяжении многих-многих лет. And give my thanks to Karbhajan Prabhu for being such a profound teacher of consciousness throughout Central Asia for so many long years. Я благодарю Карабаджана Прабху за то, что он является таким глубоким преподавателем сознания Кришны в Узбекистане и по всей Центральной Азии на протяжении многих лет. And gosh, I could just go through a list of so many devotees, but you're serving Gaur-Nitai, you're all serving the order of Guru Maharaj, you're serving the order of Srila Prabhupada and our Guru Parampara. И дальше, конечно же, мой список продолжился бы. Спасибо вам всем большое за то, что вы служите своему Гуру Махараджу, за то, что вы служите Гаур-Нитай и Гуру Парампара. And rest assured, that will bring your perfection. Безусловно, такое служение приведет вас к совершенству. You know, in the Bhagavad Gita, Krishna makes that statement. Bhagavad Gita Krishna утверждает. He says if they always absorb their mind in me. Он говорит, если они всегда будут умом погружаться в меня. And if they always serve with the spirit of love. Если они всегда будут служить в духе любви. Then I will always maintain that which they have, and if they're lacking something, I will provide that for them. Я буду таким преданным всегда сохранять то, что у них есть, а если им чего-то не хватает, я им буду это доставать. So, Chaitanya Mahaprabhu will do that. And Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. He will
maintain what we have, and where we fall short, He will provide for us. Читание Махапрабху это сделает, Он Кришна. Все, то, что у нас есть, Он сохранит, а чего нам не достает, Он добавит. Lord Chaitanya proved faithful to serving Him in the Sankirtan mission. He will give us that power of remembrance of Him and remembrance of the Lord at the time of giving up this body. Если мы будем верно служить миссии Господа Чайтаньи, то в момент оставления тела Господь Чайтанья сделает так, что мы вспомним о Кришне и о Нем. That's a very crucial moment. Такой момент в жизни будет очень решающим. A very, very crucial moment. Очень решающий момент в жизни. You know, because Srila Prabhupada has always explained, and different examples from our literatures have always explained. Srila Prabhupada нам всегда объяснял, а также наши писания нам всегда об этом говорят. The time of leaving this body is a very difficult moment. Оставлять тело очень сложно. Because everything is sort of out of control. Поскольку тело выходит полностью из-под нашего контроля. And it's very difficult to keep the mind fixed. И очень сложно сосредотачивать свой ум. So that's one of the reasons why we, you know, practice sadhana bhakti our entire lives. Это одна из причин, почему мы садхана бхакти практикуем всю жизнь. Just so that we can train the mind to remain fixed. Чтобы научить ум сосредотачиваться. You see, because if mind isn't fixed, it can be very precarious situation when we give up this body. Поскольку если ум у нас не имеет способности сосредотачиваться, может возникнуть очень опасная ситуация в момент оставления тела. Krishna, he tells us in the Gita. В Гите Кришна нам говорит. He says that what we think of at that moment of leaving this body is that will determine where we will go in our next genma. О чем мы думаем в момент оставления тела определит наш путь в следующее рождение. So Lord Chaitanya will help us. Господь Чайтанья нам поможет. To remain fixed. To remain fixed. Он поможет нам в этот момент сохранять сосредоточенность. Even at that very, very difficult and very crucial moment of leaving the body. Даже в этот сложный, в этот решающий момент оставления тела. Like I had the opportunity of witnessing Srila Prabhupada at that moment. У меня была возможность наблюдать за Шрила Прабхупадой в этот момент. You all know that Srila Prabhupada, he was in his last year of his life, he was just experiencing declining health consistently the whole time. Вы все знаете, что в последние годы своей жизни у Шрила Прабхупады здоровье шло под откат. And it was quite a miracle, or I should say it was only Krishna's mercy and Prabhupada's desire that he stayed alive so long, because the material situation was so hopeless. Это была милость Кришны и сильное желание Прабхупады, что он сохранял жизнь в своем теле, поскольку выглядело все очень безнадежным. And on the last day of Prabhupada's life, all the devotees were in his room and they were having kirtan. Последний день жизни Шрилы Прабхупады преданные собрались в его комнате и проводили киртан. And I was just like this, observing Шрилы Прабхупады. Я занял такую позицию, что я мог наблюдать за Шрилой Прабхупадой вот на такой короткой дистанции. And at the time Prabhupada gave up his body, you couldn't hear Prabhupada saying anything. В момент, когда Шрила Прабхупада оставлял тело, невозможно было ничего услышать. Because he was so weak. Он же был очень слабый уже. And the kirtan was so powerful. А киртан был очень сильным. But I observed him, and his lips moved, and his lips, they said, Hare Krishna. Но я на него очень внимательно смотрел. Я увидел, что его губы произнесли Hare Krishna. So even though the material situation was not favorable,
И хотя материальная ситуация не была благоприятной, by his practice and by the mercy of the spiritual master and the mercy of the divine grace of the Lord, Prabhupada remembered Krishna at the time of death. Благодаря его практике, благодаря милости его духовного учителя, благодаря божественной милости, момент ухода Шрилы Прабхупады смог помнить о Кришне. So we should be like that also. Вот нам с вами тоже так нужно. We should practice in such a way that we can remember Krishna. Нам с вами нужно так практиковать, чтобы мы могли помнить о Кришне. And you've all heard that once a devotee asked Prabhupada. Вы, наверное, слышали. Однажды преданный спросил Шрилу Прабхупаду. Said, Prabhupada, what happens if I come to the point of giving up this body, but I don't remember Krishna? Прабхупада, а что случится, если в момент оставления тела я не вспомню о Кришне? Say I'm unconscious. Ну вот, допустим, я буду без сознания. Or I'm in some unfortunate situation. Ну какая-то будет неблагоприятная ситуация. Or death comes so suddenly. Или очень быстрая смерть. That I can't remember Krishna. Ну что я не вспомню о Кришне. Да. And Srila Prabhupada said. И Шрила Прабхупада сказал. He said, you should lead your life in such a way, practicing devotional service. Шрила Прабхупада сказал, вам нужно так свою жизнь провести, практикуя служение. That even if you can't remember Krishna. Что даже если ты не вспомнишь о Кришне. Krishna will remember you. Чтобы Кришна вспомнил тебя. That's what we should do. Вот это то, что нам с вами нужно сделать. That's what we should do. Вот этим нам надо заняться. So you all have done so much, and I'm so appreciative. Вы все очень многое сделали. Я очень ценю то, что вы сделали. And even from the time that I was last here, your temple has really become much more beautiful. Даже с моего последнего визита я вижу, что храм еще больше похорошел. You know, even though I'm no longer a GBC man, when I arrived here at the temple, I wanted to take a tour to see the different changes that have been made. И хотя я уже больше не GBC, мне все равно захотелось пройтись по храму, посмотреть все изменения, которые здесь произошли. And, it's really great what you've done for Lord Chaitanya's mission. Да, вы для миссии Господа Чайтаньи совершили удивительное. And Lord Chaitanya is observing all of this. И знаете, что Господь Чайтанья, он за всем этим смотрит. So my thanks to all of you. Спасибо вам всем большое. Because you're really doing something wonderful. Потому что вы все хорошее дело делаете. And I hope that all of you have had success in your personal practices of Krishna consciousness. Я также очень надеюсь, что вы все успешно лично практикуете сознание Кришны. I hope that you're Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. When the power went out, Rati Manjari said, "Oh, it's like we're back home in India." Когда электричество выключили, Рати Манджари тут же сказала, "О, мы как будто в Индии дома." Yeah, I hope that you've all had personal success in your practice of Krishna consciousness. Да, я очень надеюсь, что у вас также есть личные успехи в вашей практике сознания Кришны. There's always going to be some obstacle in the material world. Знаете, что в материальном мире всегда будут какие-то препятствия. And I hope that you've been
successful in overcoming your obstacles. Я надеюсь, что вы успешно их преодолеваете. I hope that you've been successful in developing that spirit of exclusive dependence upon Krishna and his lotus feet. Я надеюсь, что вы успешно развиваете дух полного предания Кришне, предания его лотосным стопам. I hope that you've all been successful in realizing how much wonderful taste comes in service to Vaishnavas. Я надеюсь, что вы успешно осознаете, какой замечательный вкус дает служение Вайшнавам. There's no taste as sublime as that. Нет более возвышенного вкуса, чем этот вкус. Just serving the Vaishnavas. Просто служить Вайшнавам. Okay, so thank you all for inviting us here. Спасибо вам большое, что вы нас пригласили к вам. This is the first time that I went to Dubai. Since pandemic, I went to Dubai. Как говорится, с этих пандемических времен первый раз я поездку совершил в Дубай. And saw devotees over there. И там встретился с преданными. And they had a kirtan mela, so we went to that kirtan mela. Они проводили там kirtan mela, на нее мы ездили. And I went to His Holiness Indradyumna Swami's Sadhu Sangha in America. Я также в Америку ездил на Sadhu Sangha его святейшества Шрилы Индрадьюмны Свами. But this is the first time I've come back to the region where I spent so many years of my life. Но в регион, в котором я провел огромное количество лет своей жизни, я сейчас приехал впервые после пандемии. It feels very, very nice to be back. И мне очень нравится. Я себя здесь очень хорошо чувствую. And I had a special treat yesterday evening. Вчера вечером мне особое удовольствие. We went downtown and we saw Abhiram and his kirtan troupe doing Harinam Sankirtan. Особое удовольствие вчера вечером мне доставило Харинам группа Абирама Прабу. And it was absolutely wonderful. Просто потрясающе. Яшна Прабу. Really, really nice. Прямо здорово, здорово, здорово. And I was like Mahendra Prabhu said, we will go for Harinam. Махендра Прабу мне сказал, мы пойдем на Харинам. So I gave the team the instruction, let's get our dhotis on and get ready to go. Значит, я своей команде даю наставление, быстро все одели доти. And then I went, wait. А потом такой, ну-ка, погодите. Maybe we're not supposed to go with our dhotis. А может, нам нельзя в доти? And I found out that was correct. Оказалось, что правда нельзя. And I was reminiscing. Я вспоминал. About the last time I did Harinam in Tashkent. Вспоминал, когда я последний раз проводил Харинаму в Ташкенте. And that was back in 1992. 1992 год. And it was after that famous Gauranga Bhajan band program. Мы ее проводили после выступления знаменитого, группы Gauranga Bhajan band. And I came down to Tashkent. They asked me if I wanted to take a tour, and I said, sure. Меня спросили, хочу ли я совершить тур, я сказал, конечно, хочу. And I came down here to Tashkent. Я приехал сюда, в Ташкент. And it was decided that we would go on Harinam. Было решено, что мы отправимся на Харинам. So all the devotees went out on Harinam. Все преданные отправились на Харинам. Is anybody here went on that Harinam? Поднимите руки, кто был на той Харинаме. Держите их. Couple people. Парочка человек. Three people went on that Harinam. Трое, что ли? And we were on Harinam, and then all of a sudden we were surrounded by officials. Значит, мы проводим Харинаму, и неожиданно нас окружают чиновники. And they said, go home. Расходитесь по домам. And one of the devotees, he was very sort of brave / crazy. Один преданный набрался смелости и безумия.
And he started telling the officials. И стал говорить чиновникам. Soviet Union is finished. Советский Союз уже не существует. This is democracy. У нас демократия. You cannot tell us what to do. Вы не можете нам указывать, что нам делать. And the officials, they just looked and they said. Чиновники на него глянули. Go home immediately. Сказали, вот ты точно иди домой. Otherwise, we will give you a new home. Иначе у тебя получишь новый дом. So we went home immediately. Ну, в общем, мы срочно пошли все по домам. It was so nice to see Abhiram last night chanting on the streets. И вчера я был так рад видеть Абирама, поющего на улице. And chanting with so much feeling, it was so nice. Он с чувством так поет замечательно. It was super. Супер. Thank you, Abhiram. Спасибо, Абирам. Thank you, Maharaj. Such a great service. Великое служение делаешь. Okay, so that was the girl that was singing with Abhiram. Это вы пели вчера с Абирамом? Hare Krishna. What's your name? Как зовут? Lola. Lola. Hare Krishna, Lola. So nice last night. And that fellow was playing the box. Вчера было хорошо. Еще кто-то вчера играл на ударных. All right, well, what's your name? Как? Arjuna. Hare Krishna, Arjuna. And there was a little girl dancing in the kirtan. Where is that little girl? Кто танцевал, девушка танцевала. And we had the guitar player. Это дочка матери Авантики. А гитарист Авантика тоже. That's Avantika. Раджарани. Oh, hi, Bo Avantika. How are you? Avantika, hi, Bo. Как дела? So nice to see you. Очень рад тебя видеть. Also, same. Yes, wonderful to see you all. Очень-очень рад вас видеть всех. Oh, nice. Вот гитарист Артур. And guitar player. And guitarist and trumpet player. Ну и он еще на тромбоне. Да-да-да, на трубе. На трубе. Okay, so we'll have kirtan for a while. Сейчас попоем киртан. Again, thank you all for inviting us here. Еще раз благодарю вас за то, что вы нас пригласили. Well, we feel like we've come back to one of our second homes. Я чувствую, что я вернулся в свой второй дом. First home is Vrindavan. Первый дом Вриндаван. And Central Asia is like second home. Центральная Азия для меня как второй дом. So thank you all for inviting us back home. Спасибо, что нас вернули домой. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we should. Party bring a very nice vibe, Maharaj ki. Shrimadava is still strange. Shrimadava сохраняет свою странность. Okay, so additionally, we should bring Prabhupada's pranam, and then we should stop, and then we should